Сегодня глава муниципалитета Дина Алборова провела расширенное планерное совещание с заместителями, главами сельских поселений, руководителями отделов, предприятий и ведомств. Участники совещания рассмотрели главные темы и обсудили вопросы повестки дня. В Матвеево-Курганском районе осенний месячник благоустройства завершился областным субботником и днем древонасаждения. Проведена общая санитарная очистка территории, отремонтированы окрашены детские игровые комплексы, лавочки, ограждения и другие объекты. Выполнена валка, обрезка деревьев, вырубка поросли, благоустройство мест массового отдыха жителей, наведен порядок на мемориалах и воинских захоронениях. Во всех сельских поселениях высажены деревья и кустарники. С каждым годом растет число самозанятых граждан в районе. Если в 2020 году их было 295, то сейчас зарегистрировано 2820 человек. С целью повышения уровня дохода в Матвеево-Курганском районе оказывается государственная помощь малоимущим гражданам в виде социального контракта. С 2021 года в нашем районе оформлен 291 соцконтракт. Граждане получили господдержку на 39 миллионов 600 тысяч рублей. В 2023 году обучающиеся образовательных организаций защищали честь Матвеево-Курганского района на мероприятиях международного, общероссийского и областного уровней. Дети побеждают в патриотических конкурсах, ставят рекорды в спорте, делают удивительные открытия, громко заявляют о себе своим творчеством. Работа с одаренными детьми является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Вне рамок повестки планерного совещания обсуждались и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности района, водоснабжения, здравоохранения, окончания противопожарного режима, обращения жителей и другие текущие вопросы.